Друзья, привет! Смотрите, приехали с покатушек. Видео короткое, но полезное. Дай-ка. У кого есть компрессоры, да? Компрессоры. Снимаем, выдуваем все. Здесь снимаем, выдуваем. И вот, смотрите, какая штучка интересная. Давление до 8. И радиаторы. Радиатор. Вот таким образом подуваем. На, сними, там будет что вылетать. Давай. На, я вот так вот, да, держи. Давай, вот он. Что, что-нибудь летит? Летит. Ну, я не знаю, видно будет. Вот попробуй в эту сторону. Вот здесь, давай. С той стороны. То, что машина относительно новая, 30 тысяч, и постоянно керхеры мою, не так сильно забитой, да? Не, ну что-то вылетает он такие вот. А в основном вот такую штуку надо иметь. Если у вас есть Нивы, и чтобы она не грелась, это первое дело, да? Радиатор охлаждения нужно продувать. Забивается пухом, забивается мухами. И вот такую сетку ставьте, чтобы крупное не летело. Я думаю, все на этом. Короткий видос. С вас лайкос. Забыл сказать, у меня тут кондиционер стоит. То есть у меня тут два радиатора. Первый, второй, поэтому не видно. А вот сейчас давайте на патриоте посмотрим. Вот зазор видишь между двумя радиаторами? Да, тоже вот два радиатора. И вот. И вот смотри, сейчас туда сейчас полетит. Давай. То есть трубочка. Вот, смотрите, какая полетит. Так же разворачиваешь его? Да, вот, потом и... разворачиваешь. И другой. Вон что творится. Ну, смысл вам понятен, да? Такую штуку иметь надо. Вот увидели, сделайте. И облегчите жизнь тому, своему автомобилю. Вообще легко. Вот, смотри, какая пылища. Керхером с этой стороны вы не сделаете. А вот именно с одной стороны, с другой стороны продул. Во, тема. Ну все, теперь все.